Всем привет, с вами Экрикюб, и сегодня я вам расскажу, как полностью пройти остров с Годзиллой в Roblox Skyblox. И перед тем, как мы начнем, подпишитесь на канал и поставьте лайк, это мне очень сильно поможет. И для начала вам надо подойти к Хольту. Далее вам надо с ним поговорить и нажать на View Quests. И далее нам надо найти турели, а также найти 5 следов. Окей, согласимся. И для начала турели. У нас вот тут вот есть 2 турели, то есть вот тут одна и там другая. Вы можете их увидеть по лазерам, то есть вот там еще есть одна турелька. Мы просто-напросто подходим к ним и удерживаем букву F, и мы их выключаем. И я хочу сказать то, что этот остров намного-намного проще, чем остров с Конгом. И под словом намного я имею в виду в 1000 раз. Я даже думаю то, что я могу его заспидранить легко и просто так. Получается, мы... Давайте выключим еще одну турельку. Окей. У меня хоть какой-то прогресс сократился. Я просто случайно отпустил. И давайте же выключим последнюю турельку, которая там. И мы уже почти подошли к нашей турельке. Просто-напросто подходим вблизь, удерживаем F и выключаем ее. Первую часть нашего ивента мы выполнили. Далее нам надо подходить к вот этим вот следам, вот этой вот гигантской рептилии. И тоже надо удерживать F. То есть я это уже один раз сделал. Далее мы обходим вот это вот пурпурное здание, и мы увидим еще один след. То есть они примерно в этой зоне. Не в городе, а примерно в этой зоне. Так, просто-напросто исследуем второй след, третий след. Далее нам надо опять обойти вот это вот розовое здание уже. Вот такое вот розовое здание. И там будет еще несколько следов. Так, вот это у нас четвертый след получается. И остался последний, пятый. Пятый след можно найти, если взобраться на вот эту вот горку и пройти напрямую. То есть вы там уже можете увидеть след. Просто-напросто идем напрямую, изучаем его и далее возвращаемся к Хольту. И вот наш с вами пятый след. Далее мы просто-напросто делаем резет и все. Мы возвращаемся на наш спаун. Далее идем к Хольту и нажимаем View Quests. И теперь мы получаем награду, которая является нашим трофеем. Теперь нам надо выполнить второе задание. Нам надо расчистить эту кучу мусора и забраться на небоскреб. Ничего сложного, поэтому давайте же сейчас это сделаем. Мы подходим вот сюда и удерживаем букву F и убираем вот этот вот строительный мусор. Просто-напросто ждем. Это занимает немного долгое время, и все, мы расчистили. Далее нам надо выполнить паркур. И паркур тут, он достаточно простой, мы просто-напросто прыгаем. Да, и я в самом начале, конечно же, зафейлился. Все, вот так вот просто-напросто прыгаем. Это очень-очень просто. Так. И все, и мы забрались на вот это вот здание. Далее мы просто вот тут вот обходим. Не пугайтесь, если вдруг вы не видите дальше паркура. Мы просто обходим и далее продолжаем наш паркур. Так, мы взобрались сюда, далее идем сюда и делаем маленький уже паркур. Такой небольшой, можно даже вот так сделать. И продолжаем паркурить также тут. Ух, я чуть не упал. Так. И далее нам надо перепрыгнуть на вот эту вот балку и пройти ровно напрямую к вот этим вот биноклям. То есть, давайте вот так сделаем. Прыгаем сюда, и вуаля, мы собрали наш бинокль. Далее мы делаем просто-напросто резет, возвращаемся на спаун, подходим к Хольту, нажимаем View Quest, и все, мы выполнили также этот квест. И сколько я это выполнил? Я это выполнял 5 минут. Вы можете выполнить весь ивент за 17 минут, как получается. И он в 2 раза проще, чем ивент с Конгом. Если вдруг вы хотите увидеть гайд с Конгом, он будет в правом верхнем углу. Такая вот небольшая YouTube подсказка /ссылка. И на этом мы закончим наш с вами видос. Большое всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписаться на канал, поставить лайк. Заходите к нам в Discord сообщество. С вами был я, Крикюб. Всем большое спасибо за просмотр и всем пока.